Итальянское искусство в России всегда было органической частью русской культуры, русской музыкальной культуры в особенности. И мы, как работники театра, хотели бы, чтобы наши питомцы, самодеятельные коллективы города Николаева и города Калинина всегда помнили и ценили народное цыганское искусство, народную песню, пришедшую к ним от их отцов и дедов, от старшего поколения, которые пронесли сквозь века цыганскую песню. Это удивительно. Маленький народ, не имеющий своей письменности, веками не имевший своей территории, всегда гонимый и преследуемый в прошлом, сохранил свою национальную культуру, сохранил жизненные силы, оптимизм, веру в будущее и принес в сегодняшний день очень ценную, самобытную, цыганскую, народную песню. И еще хотелось бы, чтобы наши питомцы не забывали о том и еще более хранили это самобытное народное искусство, потому что оно кровно связано с русской культурой. Пироги я, пироги я, сердце наше порой.
Thank you.